Общественные слушания по результатам капитального ремонта многоквартирных домов проходят в Старом Осколе. На встречах собственники жилья оценивают качество проведенных работ, указывают на недостатки и делятся пожеланиями, чего еще им не хватает для комфортного проживания. Всего в этом году в округе в программу капремонта вошли 22 многоэтажки. Объем выполненных работ во всех домах одинаков. Ремонт кровли, инженерных систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, ремонт и укрепление цоколя, замена входных подъездных дверей. На Альминского 8 установили еще и счетчики тепловой энергии. Претензий к результату капремонта у местных жителей нет. Капремонт у нас сделали быстро. Ну, поставили двери с этим особенным домофоном. Сейчас вообще это отлично. У нас на площадках не было освещения. Вот. Освещение у нас отключали с вечера и до самого утра. Не было в подъезде никакого освещения. Вот. А теперь у нас поставили там, значит, лампы, которые срабатывают на отключение. Человек вышел, допустим, свет погас. Человек зашел, свет горит. Ремонтом мы довольны. Перед началом работ собственники домов могли сами выбрать, что именно предстоит сделать. Но в некоторых микрорайонах собрания для решения этого вопроса не состоялись. На обсуждение жители попросту не пришли. В этих случаях объем работ утверждался постановлением главы администрации округа. Но и после капремонта пожелания людей тоже могут учесть. Если есть какие-то объективные замечания, ну, то есть мы их принимаем в работу, подрядчик исправляет. Вот сегодня у нас как бы проходит без замечаний, нормально, подрядчик хорошо отработал. Вот, замечаний нет. Люди, я думаю, будут довольны. Всего в Старом Осколе в этом году капитальный ремонт охватил 22 многоквартирных дома и одно общежитие. Анастасия Проурзина, Евгений Левошко, Елизавета Очкасова, 9 канал.